Ребята, у нас полуфинал от турнира проекта Aimbot Cup 5x5 CS1.6. Матч за третье место, точнее. Ну, полуфинал, матч за третье место, я еще с детства так привык, что это типа утешительный полуфинал называется. Утешительный финал, точнее. Вот, типа полуфинал, короче. Вот! Поэтому Time Factor, Team Brave, у нас другая пара состав участников не пришла, там слились походу кто-то. И в итоге у нас остались Time Factor против Team Brave. Значит, состав играющих команд озвучу уже в следующем раунде, потому что у нас за атаку начинает Time Factor, они же фаст пошли под B-плейн, тут откинулся игрок команды Defense, накинул сам себе флешку, но под эту флешку открыться не смог и в итоге просто отдался под B-плантом. При этом хаешки неплохо так надамажили довольно-таки. И таким вот уроном можно выходить на B-плейн 2 в 2. Ситуация здесь кросс остался с UCK. UCK, я даже не знаю, как у них-то читается. Просто буду называть его дед. Кросс последний, кросс пленту и увольняет Морти Морца. Морта. Ну и состав играющей команд. Значит, за атаку играет кросс, Дед, Люрпис из Винфект, Джейми и Зеро. За дефенс играет Морти Морт, Адский, Вареный Фокс, Апауэр и Эмеля Ди. Или Эмели. Эмели Оди, короче. Ну, будет Емеля. Будет Емеля. В честь меня игрок, короче, вышел. Емеля будет. Нормально. Морти Морт последний. Где он? Где он? Ищет его. Исправно ищет. Он просто засел и шмаляет возле скрипа, но нет. 2-0. Тем временем Time Factor на анти-эко раунде выиграли. Практически без потерь, если я не ошибаюсь. Тот раунд. Ну и теперь ребята будут играть снова эко раунд Team Brave. И сейчас вот Морти Морт до сих пор тыкает на респауне, а тем временем его тиммейты уже разошлись по плантам. Это будет эко, но эко без полноценного укрепления. И тем временем Time Factor пока что стоят. Хотя двое игроков команды Time Factor, именно кросс и его тиммейт, подсаживаются на котах. Люркса уже забрали здесь дигла. Так, есть минус. Хорошо. Кросс. Кросса забрали. Ну-ка, что здесь у нас? Выход на мидл. Забрали еще и Деда. И Зеро последний на котах. 1 в 3. Так, у Паркера там что-то проехало нормально. Тем временем Зеро. 1 в 2. Зеро. Зеро пытается перестреливаться. Забрал еще игрока на миде. Последний остался Эмили Фуди или Емеля. Вот. И Емеля. Брейворк. Стоит просто сейчас и думает, как бы ему выйти. Но и выходит. Что он делал? Что он пытался сделать? Я так и не понял. Видимо, мало патронов оставалось. Но Zero берет раунд в свою пользу. И Zero. И в итоге 3-0. Он 1 в 3 раунд взял. И поэтому игроки команды атаки зарешали. С большущим трудом. Потеряли много девайсов. Но все-таки вышли на девайсный раунд с полноценными девайсами, я надеюсь. Но этим временем Люрпис пытается открываться на миде. Вот Time Factor. Выпад именно на мидл от дефенса Морти Морт. Он же Светозор. Светозор. Заркадил банан. Дал минус. И кросс тем временем. О, да, дает. Дед пытается здесь выходить на мидл. Оу, забрал Вареного. Минус по Вареному на миде. 3 в 4. Эмили Фуди. Дает минус. Под аплантом. Притяжка от Brave. Команды Team Brave. Под аплант хорошо. Здесь Апауэр выходит с подъезда. И кросс последний. Нет, да, он последний. Просто он остался против двоих. Я думал 1-2-1. Нет, здесь еще Емеля живой. Поэтому Емеля. Кросс. Ну, давайте посмотрим. Будет вообще один хп. Нет, ну, не допустили такой возможности игроку команды атаки затащить раунд с одним хп. Вот, поэтому раунд под конец заслуженно уходит команде Brave.org. Team Brave, Brave.org, как они подписаны на сервере. Вот, ну и 3-1. Ну, Time Factor я вижу диглы. По всей видимости, решили ребята отыгрывать именно пистолетами раунд. Кросс с хорошим респауном пропрыгал на зигзаг. Уже очень близко здесь находится. Ждет выпад от команды Defense, но игрок просто стоит в окнах по дефолту с эмкой и... Так, его слышит кросс. Кросс слышит от Б. Так, Люрпис пытается на банане с зиглом. На шара вангать.
как есть парень, с ником Шараванга на фаскапе. Ну а тем временем игроки команды Дефанса готовы встречать Бэплент. Уже вдвоем в пленту забрали здесь Деда. Минус Дед. Еще забрали Люрписа. Так, ну Зеро минус по вареному. Где минус-то был? Минус, по всей видимости, был под Апплентом. Кросс последний, а кросс находится сейчас так называемой площади на арене. Вот, арена ласт. Должна быть информация, ну и Морти Морт забирает раунд в свою пользу. 3-2. Таймфактор, по всей видимости, естественно, сливали. Должны у них сейчас будут быть деньги на закуп. И посмотрим, что будут делать в очередном раунде таймфактора. Пока что от команды Дефанса очередной дефолт. 3-2 по позициям, нет каких-то очевидных поджимов. Единственное, что Апауэр спрыгнул с окна и пошел поджимать Морти Морт с банана. Его должны здесь по-любому контрить. Так! Ну и Джейми принял выход с банана. Забрал пока что фраг-лидера команды Team Brave на банане. И, естественно, сейчас таймфактор могут растянуть просто дефанс и постараться уже куда-нибудь пером направиться и выйти полноценно. Пока что шумят они на миде, на котах. И, естественно, в малом квадрате есть у них по парня. Кросс пока что выходит своим тиммейтом с котов. Вареный. Должен слышать. Вареный. Так, кросс. Наблюдает пока что здесь за котами. Все, видит ствол. Понял, в чем здесь движуха. Дал информацию по планту. Но здесь вареный всего лишь одного заспрейл. Поэтому таймфактор. Ой, таймфактор. Team Brave, таймфактор. Заняли аплент. И игрок команды Team Brave, он же Appower, остается последний на арене. 100 хп. Ну... По нему есть, в принципе, информация. Он, наверное, должен понимать, что игроки команды Time Factor не сотые, но в то же время позиция у него не из лучших, потому что его, очевидно, будут контрить. Либо дом, либо сотка, то есть, ну... Хотя еще и площадь будут чекать. Так, должен был кто-то его видеть. Я прощелкал. Ой, Джейми в полете ставит по эпауэру. И 4-2. И Time Factor берут девайс на раунд в свою пользу. До этого напоминаю, что девайс взяли игроки команды Team Brave, и потом взяли же сразу Echo Time Factor. Ну и теперь по девайсным раундам, по сути, обоюдным девайсным раундам 1-1 у команд. И сейчас очень хорошо на ноге здесь Люркус пытался выходить, но он остался во фулл-блайнде, специально спрейт показать, что типа, пацаны, выходите, я слепой. Спрею на шару, но никто не вышел. Забрали на меди тем временем Адского, который пытался стреляться, по всей видимости, с диглом против автомата Калашникова. Ну и с подобранным диглом! Дид, он же дед, выходит на аплен. И так, забрали все-таки Джексон. Варен уходит в дом, 75 хп этого парня остается. 1-3, опять же. Аналогичная ситуация по предыдущему раунду. Ситуация на карте, но таймфактор берут раунд в свою пользу, еще становится 5-2. Таймфактор берут раунд. Таймфактор очень аккуратно играет по карте, то есть ждут опен фрага, ждут с чего бы начать, а потом просто постепенно начинают расщеплять дефенс, и в итоге у них это получается, и по сути сейчас они лидируют вполне заслуженно. Вот, и сейчас закупились игроки команды Team Brave. На этот раз у них на Б-пункту отыгрывает Эпауэр, на зигзаге вареный. То есть меняются игроки. Нет у них полноценных каких-то звеньев под определенными плантами. Но Адский начинается опен фрага. Есть размен под аплантом. Здесь сразу трое игроков команды Time Factor пытались выходить с котов. Одного забрали. Емеля. Нет, Емеля не смог здесь заспрейть двоих. Оставил кроссу 6 хп. Ну и поджил. Поджал, точнее, вареный малый квадрат. Кросс последний. У него 6 хп. Его принимают с выхода на котах. И 5-3. Пока что без какого-либо экшена складывается игра. В свободном ключе, простом. То есть ничего экстраординарного от команд не видим. Но первой половине они, наверное, удивлять не будут. А потом уже поборются. Второй половине, наконец-таки, за третье место. А как я сказал, возможно, и просто за скилл команды. Потому что по рейтингу команд на фаскапе у обоих коллективов по 199. Кто здесь выиграет, очевидно, будет иметь скилл минимум 200. А может быть и больше, естественно. Вот, поэтому сейчас игроки команд Time Factor берут Force Buy, потому что у одного игрока был Дигл, я успел заметить, у одного Авик, но у остальных вроде все нормально. Ох, Зеро вообще пошел
по каналке и готов выходить на аплент с минуты 10 до конца раунда. Ему просто должны накинуть флешку, но никто ему накинуть флешку не сможет. Зеро вышел и удивил игроков команды Дефенса. Расписал здесь звено игроков команды Team Brave. Забрал. И 2 в 3. Вареный с Эпауэром вдвоем против троих игроков команды атаки. Оу, Эпауэр пытается спрей здесь прострелом в аплент. Пока что неудачно. И с малого квадрата будет выходить вареный. На него все-таки... О-ха! Джейми на отходе с 12 хп с ВП стреляет по малому квадрату. Забирает парня. И Эпауэр ласт. 100 хп у него. Эпауэр. Пошел он. Здесь дом. Зеро, кстати, очень близко к нему. Но они разминулись по таймингам. Эпауэр будет выходить на апленд. Дид, он же Дед, остается здесь последним. Двое других игроков команды Time Factor выехали за последним. Так, оп, топнул. Но переспрейтил, не смог апленд. И двое оставались рядовые. Деда только надамажил он. Дед, Дед. Ну просто мне как-то Дед легче произносить, чем Дид. Вот поэтому я называю его Дед. Или как цыгане там своего отца называют Дед. Ну все правильно, Дед мертвый. А, не, ну я понимаю, ну просто как бы это. Ладно, продолжим. Зеро. Оу. Оу. Ну-ка. Все-таки есть движуха. Я думал, сейчас быстро их зарешают, но нет. Остался последний адски на подобранном девайсе. А экшен был в том, что игроки команды Defense сейчас на эко-раунде просто аркадили коты, так по всей видимости, под флешечки или под хаешечки. И в итоге удалось им зааркадить. Все четко произошло. У них 3 минуса сделали и выбили 3 девайса. Довольно-таки смелое решение и, я считаю, правильное. Поэтому сейчас будут у них деньги на девайсы. Хотя вот есть фамосы. Это не совсем хорошо. Мортиморт с подсадки на Джексоне пытается перестреливаться с перемычкой. Сразу же отходит плен. Джейми ловит Мортиморта с малого квадрата. Очень хорошо выходит с ВП. Эмили, он же Емеля, дает минуса. Так, 2 минуса на котах. Ну и дальше жмет. Непонятно зачем, просто нужно было дальше принимать коты, но парень решил рискнуть и не получилось. Эпауэр. Ну вот уже типичная просто ситуация на карте. По-моему, уже раз в четвертый я замечаю, что 1 в 3 у дефенса. Эпауэр пытается здесь затащить раунд, но дед половину хп. Половинчатый. Ну и попади ты в голову. Ну чё за синдром Данска-то, ну. Синдром Данска, блядь. Кросс не забрал и пауэра. Ну а чё, ну вот я просто тоже... Ну не читает, ебать. Не читает, ну ты понимаешь. Ой, ну блин, ну чисто в голову пацан стрелял, даже по ХЛТВ, видать, и все равно просто не читает, да. И вот, и тем временем 8-3, Time Factor берут девайс на раунд. Девайс там, да и вообще по раундам в игре, естественно, они выигрывают здесь. Ух ты, Люрпис пробрался уже котам. И... Игроки команды Defense просто пошли все под Б. Вот, Zero сейчас подсаживают его на котах. Так, Zero должен здесь чекать. Так, запрыгнул в апленд. Все. Очевидно, чек апленда. Единственное... О, адский. Ой. Емеля, один фраг. Ну, Емеля, не читает у него. Ну, Емеля, ну. Дигл. Так, ну. Не справляется Эмили в доме и 9-3. Да уж. 9-3. Не получилось у них укрепить Б-плент. Не угадали. Таймфактор просто вышли с подсадочкой на А-плент. Плюс выход мидл. Угадали. Единственное, что я хотел сказать, что они должны были просто скрипт на всякий случай чекнуть. Там мало ли... Потому что могли такой, в принципе, раунд сделать, что там все просто в скрипку засесть. И все. Но нет. Аркада тем временем у Team Brave на эко-раунде. И довольно неплохая аркада поначалу была. То есть дали минус. Честное большинство сейчас до сих пор сохраняет 4 в 3 после разменов. Но и Power зря палится в малом. Он редовый. Ему нужно играть очень так тихо, так скажем, чтобы его не спалили, но в итоге он вышел на мидл, и хаешкой в итоге его отсрочили в этом раунде, 3 в 3. Все игроки команды Time Factor находятся в большом кросс! Не прощает Мортимота. Zero пытается выходить на котах, тоже не справляется с стрельбой.
Но есть тиммейт, который выходит первый с пачка. Это тот самый кросс. Опять же 1-3. Да что ты будешь делать? И пытается Эмили выходить. Ну куда? Ну не читает. Ну блин, ну не получается у игроков команды дефенса сейчас набирать раунды. Казалось бы, наверняка, но 10-3 это довольно-таки уверенно уже преимущество, тайм-фактор. И если Team Brave захотят все-таки взять это противостояние на данный момент, то им нужно брать еще раунды в первую половину, иначе во второй будет очень и очень трудно. Люрпис. Так, Джейми забрали. Где здесь? Что произошло? Я просто по карте не вижу. Все, забрали малый квадрат игроки команд Time Factor. Аски с диглом. Ну тайминг! Аски сейчас будет выходить в мидл. Но он никого здесь пока что на миде не наблюдает. Аски пытается мансовать. Его просто сейчас должны расписать. Zero. Не стал релоудиться, просто взял в руки глок. Забрал Ацкого. Забрали еще и Морт, который крался просто по каналу. Ходил на большой, ну и дед минус по вареному. 11-3. Очень уверенно Time Factor сейчас отыгрывают. Вот, и очень близки к тому, что просто практически безупречно отыграть первую половину, потому что 12-3, если будет счет, то это очень хорошее преимущество, и я уж не знаю, как там будут отыгрывать Team Brave, вот, и поэтому нужно брать раунд в любом случае сейчас Team Brave. Так, смотрим, укрепили, по всей видимости, апплэн, минимум трое здесь уже, смотрю, дом еще есть. А, одного все-таки под Б оставили в закрытую на всякий случай. Вот, ну а выход пошел с котов. Ой, Power, ну у тебя просто сотая позиция, как сказал бы Данс, наверное. В тупке на ящиках запрыгнул, принимал так коты, ну, под обстрел. И в итоге Time Factor. Так, что здесь? Кросс забирает пачку. Хорошо, забрали одного, второго. Ну и теперь 1-3. Остался кросс. У него 100 хп. Пачку подобрал. Заходит в большой квадрат. И пытается он перестрелиться. Забрал Ацкого, который выходил чисто на стрельбу. Вот. И кросс просто пытается сейчас что делать? Вареный. Вареный выходит. Мидл. Эмили в каналке. И кросс. Точнее, возле каналки. У него такая позиция. Он на пистолетке также начинал. И заканчивает первую половину в этой же абсолютно позиции. Или на эко-раунде он так вот сидел, вот я не помню. Просто вот так вот принимал коты. Только с пистолетом. Так, оп. И забрал все-таки кросс. 11-4, ну, под вопросом еще, я бы сказал. Победа Time Factor, потому что есть задел по раундам. Еще можно как-то тащить. Брейв. Ну, опять же, если они смогут. Может быть, пистолетку сейчас возьмут и будут давать камбэк. Но это не точно. Опа-на. Опа-на. Ну что ж, ребят, я напоминаю, что наверняка у нас сейчас будет последняя катка вообще за сегодняшний стрим. А, кстати, ну, наверное, все-таки Best of 1 будет, да? Ну да, скорее всего, это ж как бы за 3-4 место. Я думаю, что это не бот 3. ХЗ. У меня нет информации. Понял, понял. Так. Ну что ж, начинается у нас вторая половина. Напоминаю, счет 11-4 в пользу команды Time Factor. Они перешли за дефанс и... Посмотрим за атакой. Вот команда Team Brave, от них будет сейчас зависеть, как сложится вторая половина. И смогут ли они вообще закомбэчить до ничьи в основное время. А может даже и вообще выиграть, если быстро и налегке будут справляться за атаку. Но Time Factor решили вот так вот. Просто два мидл, трое зигзаг, поджим малого. И информация по большому тоже собирается. По большому есть инфа. Ой, заркадили все малый. Так, перетяжка пошла. Ох, разбор полетов. Сейчас юспами игроки команды дефанса. Так, дед здесь поджал. Так. Здесь деда зачекали. По деду есть инфа. Но и деда забрали в большом. Парень слишком поторопился, я думаю. Хотя
если бы его не чекнули. Мог бы, в принципе, тащить раунд Эмили. Оу, здесь еще и минус от Адского был. 2-3. Несу пачку под Б. Минута до конца раунда. Просто минута. Так, с каналки кто-то вышел. Кто здесь? Морти Морт. Ну, не читает. Кросс Плэн. Читает, блядь. Ну, просто не читает. Кросс 16 хп. Рядом с ним Зеро. 16-46 хп у двоих вместе взятых. Так, Эмили должны здесь, по идее. Так. Ну, чекните позицию от Эмили. Ну, чекнул. Чекнули. Зеро. Минус по Эмили. Пошел выход. Ну как они просто такой раунд на ровном месте. Таймфактор отдали. Ох. 12-4. Таймфактор выиграли раунд просто налегке. Вдвоем забежав. Забрали арену, забрали бананы. И вообще Брейв просто под конец раунда перестали сопротивляться. Я так понял. 12-4. Вдвоем против троих. Изи раунд. Поставлены пачкой ДКТ. Ну так вот. 12-4. Естественно, будут... Нет, не будут? Нет. Пацаны решают еще более грамотно играть, решают сливать. Ну, все правильно. Наверное, это более грамотное решение, нежели закупаться сейчас на те деньги, которые у них есть. На стрельбу встали таймфактор, просто на длинных дистанциях. Будут принимать Zero. Аркадис с тиммейтом малый, тем временем кросс. Дает минус на котах, брейв. Один девайс, я так понял. Да, один девайс пока что. Один девайс есть. Ох, есть минуса. Морти Морт выходит уже. Так, ну как же плент? Ну что ж ты плент-то не чекаешь? В первую очередь плент, ну, смотрит на мидл. Ну, просто изи приемчик от деда. Вот. Плента. Дает он в этом раунде минимум минус 3. И поэтому сейчас мы посмотрим уже на Team Brave. Ва-банк сейчас будут играть, пацаны. Потому что счет 13-4. Для них будет девайс на раунд. Если они не выигрывают, то наверняка последний девайс на раунд полноценный. Ну, хотя и полноценным назвать трудно. Так, Power заркадил зигзаг здесь. Есть минус, также размен 4 в 4. Адский тем временем тоже получил по шляпе, хотел сказать. Ну, по голове. И у него осталось 22 хп в перемычке. Морти Морт в малом квадрате стоит. Тем временем. И смотрим дальше. Игроки команды дефенса. Так, что здесь будет? Вареный пытается с котов выходить. Вареный. Ой, накидывают флешку, но Вареный не остался. Слепой, что я не понял. Просто я услышал, там флешка взрывается. Я так понял, сейчас он будет вафул. Но он не был фуллблайнд, поэтому... Игроки команды атаки с трудом выходят на аплент. От кросса есть минус. Д, так, 1 в 2 уже после серии размена. 8 хп у Эмили, ну и... Отдаешь ты раунд или тащишь? Ну-ка, Эмили, он же Емеля. Отдаю флешки. Так, накидываются. Ох, все, о нем, скорее всего, есть инфа уже, что он просто находится за тупым. Так, ставит пачку, пытается ставить. Ёлки-палки. Хорош. Ну-ка, давай дальше посмотрим. Ну, 8 хп, сейчас под флешку просто запустит своего тиммейта. Пошла флешка, ну и Эмили должен открывать скрип. Ну... Ой, как хорошо вышел. Но Джейми, естественно, просто набрил прострелом. Так, ну, Эмили решил не рисковать по полной. Решил играть не на раунд, а на деньги, по сути. Потому что ставил пачку. Ну вот. Ну, и в итоге 14-4 будут деньги сейчас у Team Brave. Но, опять же, как говорится, по лезвию ножа сейчас ходят игроки команды Team Brave. Нужно брать раунд. Иначе все. Но по деньгам у них не так уж и все и сладко, я уверен. Поэтому сейчас, даже если есть какие-то деньги у них, то ребята просто из последних сил закупаются. Забрали Zero на зигзаге. Так, спрыгнул он с дома. Один был здесь. Так, хорошо. Эмили, ну... Еще один такой же из клиники Данска, короче. Просто подхватил заразу, но... Из клиники Данска. Ну, он не забрал, он просто так спрейл на котах. Не знаю, патронов 15 выжил и там просто юспу... Ой. Зигл, точнее, его перестрелял. Смотрим дальше. 3 в 2. Вареные с Морти Мотом. Вдвоем против троих игроков команды Time Factor. Ну, вроде так хорошо складывается для них. Дают опен и не знаю, что дальше делать. Ну, так, ну забрали кросса на А. При этом один родовый и там. И один сотый и там. Вот, поэтому сейчас посмотрим.
большое значение будет иметь тайминг и чтение игры сейчас для ребят, которые остались на карте. Мидл плюс банан смотрят игроки команды Time Factor. Здесь очень... Ой, Джейми забрал мульти-мото на котах и очень опасно, очень опасно. Джейми ушел просто в закрытую позицию. Он понимает, что сейчас нельзя ни в коем случае выходить. Вареный, кстати, Ред, вот именно тот редовый, который оставался, Джейми. Джейми, Джейми! Нет, чуть-чуть, и Фазум все-таки зарешал, что в итоге 15-4, и таймфактор близки к тому, что просто на изи по раундам взять эту катку и выиграть третье место на турнире от проекта Aimbot Cup 5x5 CS 1.6. Вот. Поэтому Team Brave, естественно, будут закупаться, но я что-то в них перестал верить. Пацаны, такие раунды не тащат, важны. Фаст выход через коты. На мове к Люрпесу. Люрпес дает минус 2 всего лишь. Его разменяли. И можно пытаться дальше выходить на оффплент. Но опять же, зная, что уж если в большинстве они с трудом отыгрывают, то в численном меньшинстве выходить сразу же втроем через коты. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так, забрали кросса на котах, забрали зеро, 3 в 2, но таймфактор, как правило, такие раунды в этой катке брали, поэтому дед, оп, ну, как я и говорил, то есть, вот так вот, ребята, просто. Дед вообще просто сделал один минус, и его толком не накалили, он отошел. А Джейми в очень хорошей позиции сейчас, Джейми, вот, и поэтому, хотя... Так, Эмили, все-таки заспрейл Джейми на Джексоне, в итоге забрал парня, который встречал мидл с Авиком, который затащил предыдущий раунд. Теперь настала пора для игрока команды Time Factor Dead. Так, его уже ждут на котах, с разворота дает поваренному и еще и пачку раздает. Пролак ХЛТВ. Да, к сожалению, пролак ХЛТВ не дал.